Итак, дорогие друзья, с вами Алексей, он же Crazy Life, и мы продолжаем проходить игру Metro 2033 Redux. О, это фашисты, что ли? Хе-хе, классно, классно. Хлоп, бритвы по горлышку и в колодец. Так, давайте, прежде чем подходить к тому чувачку, перезарядим патрончики. Посмотрим, что у нас здесь есть, а ни хера здесь нету. Ладно, едем дальше тогда, подходим к нему. Здорово, спасибо. А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. А что такое? О, вот это поворот. Это, короче, нам вот эту пушку дали, типа винтовки или что ли. А, у нее с калашом получается одни патроны. А вот это плохо, конечно, это плохо, поэтому калаш придется оставить. Хороший калаш у нас был с модернизациями, но ничего страшного. Ничего страшного, улучшим потом эту пушку, соответственно, когда уже будем в городе. Но я думаю, что она круче. То есть, потому что она только под конец уже там встречается, уже эта пушка. Так, ладно, баночки не будем трогать. О! Я выжил. Вот это поворот. Короче, на под ноги смотреть, тут ловушки стоят. Текс. Тёмыч, прости. Опа, идут. Так, сейчас мы их... С драбочки. Кто? Сейчас вам гранатку туда запилю. Беги, Тёма! Вот это я мазила. Себе кинул же гранатку. Так. Надо вот этот источник света грохнуть. Вот. Сейчас будет получше. Иди сюда, бэби. Отведай дробовичка. Да что такое? Опять ловушка. Нет, зарекался я смотреть под ноги, но что-то как-то ползаю в тени. В общем, тут куча ловушек. Хорошо, что я не дохну от них с первого удара. То есть можно, по идее, нарваться на ловушку, соответственно, и за счет аптечки. Так как будто ничего не было. У меня здесь не было, да? Так, что тут? Куда пойти, куда податься? Ну, давайте пошарим, что здесь. Это ножичек. Так, заметочка. Что-то патрончиков у вас, ребят, как-то не густо, не густо. Ха, лихо он. Тебе ж пожарником надо работать, Тёма. С такими-то способностями. Костер так чик и потушил. Текс. Что-то мне подсказывает, что здесь тоже какие-то ловушки есть. Так, фонарик подзарядил. Так, по столсу. Опа. Хедшот. Сейчас сюда прибегут. Как пить дать? Так, давай патрончик еще. О, так мне два патрона не хватало в обойме. Блин, спалил меня. Я хотел так по беспалеву разбить пока лампочку. Нет, увидел меня. Так, предлагаю гранатку туда шмальнуть. Для острастки. Во, хорош. Так, еще патрончики какие-то. Надо вот этот источник света. Бах. Так, а тут что? Тут другой проход. Да ладно вам, чё вы переживаете?
Так, на аккуратно. Видишь его? Нет. Там еще бегают снизу. Я тоже нет. Может, и не было никого. Держи гранатку. Так, лучше я пойду потуда, потому что они так меня могут зашмалять банально. Потому что сбоку, сзади, снизу, в общем, полный фарш. Лучше пойти посуда. Медленно, но верно. Ищем. Так. Ну как? Ребята. Ну я тебе. Ребята, давайте жить дружно. Так, ты что, сзади меня уж обошли? Ушел, собака. Точно ушел. Нет, мне такое чувство, что он сзади меня уже обошел. Что там какой-то фонарик мигал. Так, давайте им гранатку кину туда. Для острастки. Держи еще. Бам! Готов! Да ладно вам стрелять. Это же будет быстро все. Так, лучше, наверное, с автомата, потому что я так с дробовика не попаду. С такой-то дистанции. Так. Раш. Ну-ка давай врубай свою эту лампочку. О. Сейчас попробуем по столсу. Откуда они кричат? Тут как такой звук вокруг, что непонятно. А непонятно зачастую, где они находятся. Так, хорош. Готов. Так, вроде я всех уработал. Потому что я что-то никого больше не слышу. О, патрончики. Так, пушку-хлопушку оставим в покое. В принципе, можно походить уже и с автоматом. Что-то я потом... Да, патронов много насобирал. Походим немножко с ним, чтобы в лимит не войти. Так. Вроде всех убил, потому что никто не разговаривает. Они же обычно всегда на кипише. Так. Калаш. О! Это что за пушка? А, это вот которая сейчас у меня, только уже с оптика какой-то. О, классно! В общем, то, что я хотел, в принципе, ночная оптика. Только я еще сюда глушак наверну, уже будучи в городе, и вообще будет классно. Ну, можно, в принципе, найти, наверное, такую же пушку с глушаком, но не факт, что так случится, поэтому... Так, ребят, тут есть кто? Может, источник света разбить? Так. Вроде тихо. Так. О, так у меня же этот есть, ночное видение. Чё я парюсь? Чё я парюсь? У меня же есть ночное видение. Бам! И готов. Давай ещё один. Бам! Готов. Следующий. Давай. Ну, чё я кинул? Я ж... я ножик кинул. Нет. Так, это, по-моему, никого я не задел. Так, это я что-то, дорогие патроны, что ли, тебе зарядил? Походу, да, потому что он загорелся, и я, походу, опять зарядил дорогие патроны. Тёмыч у нас не умеет расходовать нормально патроны. Заряжают постоянно дорогие. Опа-опа. Америка, Европа. Готов. Так, есть кто? Вроде нет.
Такс. Патрончики. Так, а что у нас там с патронами к пистолету? Вот постоянно какая-то печаль, беда с пистолетом, конечно. Ну ладно. Оружие хорошее, но патронов постоянно к нему не хватает. Такс. Тут лучше походить с ночным видением. Удобная, удобная штука. Это кто? Это какой-то паук. Я уж думал, монстр. Удобно с ним ходить, потому что он не выдает положение. А, все видно. Так, я тут прислушивался к звукам, потому что была какая-то куча посторонних звуков. И я долго думал, кто это там шебуршит. Так, тут достаточно светло. Ну и можно, в принципе, пробежка так вниз. Чик. Да ладно. Тёма, тебе этот надо? Противогаз этот? Ну давай. Хорош. Ты чё так дышишь, Тёмыч? Я же одел всё. Не понял, чё он ему надо? Я штуку что сменил, Тёмка. Чё ты так дышишь-то? Тяжело. Все же должно быть тип-топ. Кто это? Кто это был? Тёма, Тёма, чё с тобой? Ты же в противогазе. Такс. Такс. И где фашисты? Вот меня такие моменты, конечно, немножко настораживают. Ни фашистов, ни монстров. Да я что, вернулся оттуда, откуда пришел? Хе-хе! Вот оно что. Так, давай снимай ночное видение и еще раз посмотрим. Ага, нам сюда. Пикс. А сюда это куда? Ладно, побегу немножко с фонарем. Надеюсь, не убьют. Такс, а это чё? Какая-то куча посторонних звуков, если честно. То есть Тёма так шебуршит, что непонятно. Так, значит... Я что-то не могу сообразить. Здесь я был, да, здесь я точно был. Значит, нам надо назад вернуться. Ну как назад? В смысле, наоборот, вперед. Такс, хорош. Давай, Тёмыч. А я вроде как шел. Все вроде туда, а видать, какой-то здесь поворот, разворот, развилка. Такс, сохраняшка. Значит, я сейчас в верном направлении иду. О, это куда? Что-то мне подсказывает, что здесь не все просто так. Так, возьму-ка я лучший автоматик. Тёма, ты чё ты так дышишь-то? Противогаз же я тебя сменил, все сделал нормально. Так, опять тут какой-то капкан, ловушка. Ах вы паразиты. А нельзя как-то разминировать это все дело? А, можно. Ну, буду знать. Я чё... Так, срочно заменить этот баллон. Я что-то так и не понял, дышать тяжело, вроде я менял только что. Ну раз так Тёма просит. Да будет свет. Ты включишь свет, да, Тёма? Это хорошо, если это так. Так, какой-то коллаж с глушителем, чувак мертвый. Так, ну у нас получается там дорога только сюда. Через паутину. Ну что-то мне не нравится такое затишье. Это что за хрень? Лампочка. Ха! Я уже думал, какой-то светлячок. Меня такое затишье вообще пугает. То есть ни мобов, ни фашистов, никого, ни того, ни сего.
Ну раз нет фашистов, значит есть монстры. Артём, братишка, ты это сделал? Да не говори. Залезай сюда и передохни. Так, слушай, подожди, передохни. Давай быстро гляну, что здесь. Может, тут есть что интересное? О, патрончики. Вот, теперь можно и передохнуть. Что так припарковался-то, тачку свою припарковал. Неудобно. Все, погнали. Скоро мы будем в полисе. Ключевое слово «скоро». Так что гони. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Не надо мне этого. Новое страшное. Я уже и так за прохождение этой игры кирпичей немало навалил. А, типа надо идти. Так а что там? Там все закрыто. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Угу, убивая. Так, надо бежать. Беги, Форест, беги! Так. Но это ведь единственный выход. Что мы потом будем делать? И темнота. Че, нет зажигалки? А ночное видение тоже нет. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости. И в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Молодец, Тёмыч. Выполнил свою миссию. Красава. О, прикольные прицелы лазерные, зеленые. Ми фашистен приехать захватить ваш станция. Ульман. Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Прикольные прицелы. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Поехали! Блин, прикольные у вас костюмчики. Здоров. Полис. Станция такая, значит. Я просто капитан, я просто капитан капитанства. Хорошая у них тут защита. И ворота, и автоматы. Какой-то вагон там варят. Ничего так, неплохая станция. Не маленькая. Давай тормознем, закупимся, затаримся. Да тормози. О, власть, Тёмыч. Блин, ребят, как я вас рад видеть. После всяких фашистов, зомбаков, монстряков. Спарта. Ступай своей дорогой, добрый молодец. Это, наверное, какой-то руководитель. Капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Далеко. Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, только парень нас, впервые в курсе. Лучший курс тебе на лучше не знать, через что так, прошел, что тут у тебя? Это не то. Патронов не так надо. Что давай без этого вложить. Тюнинг. Глушачок, тридцаточку. Ага. Так, что там еще было у тебя? Ты передохни пока, Артём, а я разочарую. Лазерный? Нет, надеюсь, лазерный прицел ставить не буду. Да, Ульман, и не забудь. Так, тут все вроде оттюнинговано. Нужно деактивироваться. Что тут? Прицел забуду, разве что поменять. Забуду, а, и лазерный, соответственно, карте. Можно. Все. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Ты побазарь мне тут? Ну ты какой? Здорово.
Здорово. Здорово. Да уж, купил все, что надо. Слушай, что это за пушка такая? А, так у меня такая есть вроде. Я в туалет хочу. Спецпредложение надо было. А пока подождешь. Ну, папа. Какой-то ученый, что ли? Никаких ну. Так, я не понял, а что он меня киданул-то? Мне-то куда переть? Ха! Весело тут закрыли, там заслонили. Э, меня-то пустите. Где он? Ну, наконец-то. Вольно. Артём? Ну? Я Мельник. Здорово. Рассказывай. Сюда. Хорош бухать уже. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Расскажу, покажу и дам попробовать. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Не, хорошие у них станции. Какие-то голосовые связи всякие. В зал заседаний. Телефоны. Тебе еще поди тут Wi-Fi раздается. Спасибо. О, неплохо. Не, вообще классная станция, я бы тут остался. Хорош домогаться. Ну подожди немного. Чего? Дайте я посмотрю. Вон ребятюха пробежала, я не могу. Окей. Так, сюда нельзя. Заседаются. Час, два, три, четыре. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да. Да, и вот еще. Веселуха. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Так, что тут есть? Что тут не есть? Патрончики есть? Нету. В общем... А, пошли. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. В общем, я так понимаю, сейчас предстоит очень большая веселуха. Типа нас отправят на поверхность. Ой, Тёма, одевай свою эту шарманку. Там какая кнопка? О! Все, дыши. В общем, сейчас я так понял... Нас отправили на поверхность. А кто здесь будет? Монстры или фашисты там, или еще кто-то, я пока не знаю. Ну что-то мне подсказывает, что монстры разлетают. Летают эти демоны. Или как этот говорил, суки. Ха-ха. Так. Нам куда, по идее? Что-то мне не очень вдохновляет, что они там. Летают их, я так понял, несколько, да? Ладно, будем перебежками стараться пытаться. Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Надо зашухариться. Давай, перезаряжайся, Тёмыч. Растяжечка. Так, надо дезинфицировать.
Патрончики, хорош. В общем, если продвигаться быстро, то я думаю, что проблем не сильно больших составит. Так что все ходуном ходит. Где? Вон они бегают. Блин, вот это резкий дерзкий. А так-то неплохой дработа с одного патрончика гасит. А если учесть, что тут шестизарядка, то вообще классно. Так, иди сюда. На тебе по щам. Так, вроде тихо. Да, вроде спокойно. Ладно, продвигаемся дальше. Да ладно, Тёмыч. Ты что, на машину не можешь запрыгнуть? Ну ты исполняешь. Так, главное аккуратно. Так, показалось, зомби этот. Зомби, говорю. Это не зомби, так это хрень ползучая. Ну иди сюда. Где-то он здесь. Блин, ушел куда-то. Так, мне еще тут демонов не хватало. Кто меня там хапнул? Тёмыч, шернись. Куда нам идти? Типа сюда. Ладно, перебежками. Аккуратно. Так, а может сюда? Нет, не сюда. Ага, понятно. Короче, я лучше пока с драбой покажу, она как-то эффективна. Кто? А, вон они. Сверху, короче. Хорош. Так, Тёма, сейчас шернемся. Или не надо? Ладно, пока не будем ширяться. Да сколько вас там? Так, надо подождать. Ты чё сзади подходишь, а? Не, ну это вообще беспредельщики. Давай, Тёма. Так. Добро. Так, надеюсь, что они здесь не до бесконечности вылазят. Но пока их что-то очень много. Да что ж такое творится? Это кто там по ним уже лупасит? Так, надо проверить. Это наши, не наши? Кто это? А, наши! Отлично, вообще как четко. Че, куда? Тёма, живи. Давай, дыши. Здорово, мужики. Чё, куда идем? Блин, не ту кнопку нажал. Мискликнул. Чувак, куда идем-то? Друг, быстрее. Куда, друг, быстрее? Так, давайте еще раз посмотрим.
Короче, я так понял, надо сейчас отбить эту атаку. Там посмотрим. Ну что, он вроде показывает, что надо рядом с ней быть, находиться. Так. Хорош. Дробовик. Классная тема все-таки. Убойный. Так, Тёма, давай кошер... Нет, шарец пока не будем. Блин, что-то их вообще много. Тёмыч, давай перезаряжай шарманку. Ладно, прикройте мне, пока я посмотрю, что там по заданию надо. Путь в D6, найти военный комплекс, тра-тра-тра-тра. Отыскать документы, тра-тра-тра. А, нет, все, отбились. Ну все, хорош. А я что-то думал, что типа они, ну как вариант, типа нас прикрывают, надо куда-то сходить, что-то забрать. Во, тут безопасно. За мной, ребята. Погнали. Го-го-го-го-го. Че? Пошли? А, типа я должен зайти. Окей. Так, что тут запасной выход? Данила, стой на связи. Мы так дома пойдем проверим зал. Данила, да закрывай ты свои эти двери. Нафига ты тут палишь контору? Так, вроде все тихо. Ага, ключевое слово вроде. Да ладно. Так а что нам тут сделают? Мы в помещении. Скорее сюда. Забаррикадируем дверь. Иду, иду. Давайте, давайте. Не, нифига лихо они открывают. Открой ее как-нибудь. Долго нам не продержаться. Хорошо. Мать твою, ты чё там прыгает? Закрыто. Чё-то я не понял, чё нам сделать-то надо? Так, тут ничего интересного. Подожди, подожди, чувак, 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 подожди. Ща, там по-любому что-то есть. Держись, держись. Так, что-то я не понял. Но тут ничего интересного нет. Может, тут что-то есть? Языкастый. Да что ж такое-то? Резкий, дерзкий. О, проход. Так, хорош. Тёма. Да что ж ты творишь-то? Так, нам надо, по идее, как-то туда проникнуть, чтобы снять эту распорку. А как туда проникнуть, это хороший вопрос. Тю, что-то я не понял. Так, а что мне тут надо сделать? А тут вроде как обратно залезть нельзя, да? Или можно? А, стрельнуть, наверное, по этой штуковине. Во, додумался-таки. И теперь вот так вот чик. Не, обратно он тоже не хочет залазить. Меня-то вы-то выпустите. Хе-хе. Ха-ха. Так. Шутник. Это ты какой шутник. Еще чуть-чуть. И они бы нас клочья разорвали. Да не говори, слушай. А ты хорошо поработал, Артём. Спасибо. Текс, текс, текс. Тут чисто.
Тут чё? Тут вроде тоже чисто. Ау. Ну, чего кого? Давайте их замочим, чё ты? На тебе по щам. Чё, это всё, что ли? Да я не поверю, что он так быстро сдох. Противогазе ты об этом не узнаешь. Да не говори, слушай. Текс, тут закрыто. Ребят, что делаем? А, ты открываете, ждёшь. Ну, давай, давай. Открывай избу читальню. Что-то, видать, сильно холодно. Аж стекло запотевает. Проверь кабинеты слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. Кабинеты слева. Кабинеты слева, хорошо. А, вон оно что. Так у меня есть универсальная открывашка, да. Жим. Вот и все. Так. Ребят, чуть-чуть. А, во. Думал, ничего нет. У меня такое подозрительное чувство, как что я как только сюда спрыгнул, начнется какая-нибудь херня. Я прямо это чувствую. Ну ладно, придется прыгать. Че такое? Че опять не так? Ну, допустим. Я все равно почувствую, что херня начнется. Так, ребят, я же предчувствовал херню. Где херня? Хе-хе, лайфхак! Если какая-то херня начнется, я сюда залезу. Вот это поворот. О, так кто тут еще баще? Так, надо что-то подумать. Так, какая-то хрень летает. Соответственно, как вот эти двери открыть? Тёмыч, дыши. Там закрыто, тут закрыто. Обратно не получится, значит, надо делать что-то здесь. Вопрос, что здесь делать надо? Это хороший вопрос. Текс. Да вылазь, 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 вылазь. Так, это точно нет. Может пострелять почему-то? Вопрос на миллион долларов. Что сделать? Так, ради интереса попробуем. Так, чик-чик-чик-чик. Нет, это не то, что я думаю. Может, тут какой-то проход есть. Дополнительный. Что у меня пока вариантов нету. Текс. Так-так-так-так-так. А что тут? Есть еще как вариант, может, какую-то книжку типа подвинуть, как секретная дверь. Но это же не секретная дверь, а обычная дверь. Какая она может быть секретной? Так, люстра. О! О-хо! Вон она что. Так, пойду-ка я займу свою лайфхакную позицию. Так, а я уже тут в чит-месте сижу. А мне ничего не страшно. Вы меня не достанете. Ну, и чего? Ребят. Давайте, живей. Нет, скорее всего, это не закончится. О, как красиво-то. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Да и сейчас выглядит так не слабо. Артём, слушай внимательно. Библиотекари – одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя.
У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Если весело. Они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Ха-ха, веселуха. Это же не библиотека, это демон. Давай, Тёмыч, перезаряжай. О! Готов, суслик. Подожди, а где библиотекари, которые типа страшные, ужасные? Чё, Артём уже все. Свалил от вас. Про ком библиотекаря говорил, так и не понял. Ладно. Это там, наверное, этот библиотекарь. Кто ты так куркал? Не, так нечестно. Воу, еще какая-то загрузка пошла. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Я так понял, это и есть тут страшный ужасный библиотекарь. Но как-то что-то мне не хочется с ним встречаться. Это он? Так, и чё он, и где он? Да вылазь ты уже. Он где-то же шастает тут рядом. Так, дробовичок. По идее, хорошо бы было бы дробовик. Вон он. Мне говорили в тебя не стрелять, но я ослушаюсь. Да ладно. Ну ты живучий, скотина. Тёмыч. Не время сейчас, совсем не время заменять тебе это. Давай быстро, только быстро. Так, ну доставай пушку. Там еще один, что ли? Нет, показалось. Так, надо срочно драбу перезаряжать. Вот так-то, в принципе, живучая скотина. Тёма. Так. Давай, вылазь уже. Фу, одолел. Блин. А говорили, не стреляй. Да сейчас, хрена с два. Сел, работал, лег, готов. Красавчик, Тёмыч. Четко, резко, четко. Это демон. Ладно, демон уже не так страшен. Хотя он, зараза, летает и постоянно нас швыряет куда-то в дальние дали. Так, что вообще ни патрончиков, ничего нету, что ли? Это печально все. Может, зря я так столько патронов просадил на него. Так, а куда нам пойти-то? Тут вроде все закрыто. Наверное, как всегда, какая-нибудь дырочка в полу, которую надо оплюхнуться. Так. Вроде ничего. О! У меня же есть универсальная открывашка для дверей. Бам! Показалось. Так. Ну-ка иди сюда! Сейчас мы еще одного замочим. Так, надеюсь, он сюда здесь, где-то здесь спрыгнет. Не, вообще, красавчик. Нажимайте ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку, Тёмыч.
Красавчик, красавчик. Тёма, шараш свою эту дурь. Хорошо. Не, вообще живучий, скотина. Тёма, ты постоянно, у тебя... Почему у тебя всегда фильтр заменять надо, когда какие-то махачи? Давай, 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 давай. Да ладно. Не, это потеря, потерь. Я снова был наедине с... Так а мне сейчас по новой того, что ли, валить? Да ладно. Так, короче, надо, наверное, гранатки использовать. Это очень эффективная тема. Давай, иди сюда. Где он там шоркает? Так, гранатка. Давай сразу огненную. Гори, красавчик. Где там драба? Давай, 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 давай. Во! Так с гранатки-то как все эффективно оказалось. Не то, что там. Так. Заменить надо. И фонарик подзарядить. Гранатка-то вообще четкая тема оказалась. Эффективно, быстро, просто. Так, Тёмыч. Сейчас тут еще один вылезет. Так, 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 Тёма, 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 перезаряжай. Так, он уполз. Ладно, сейчас он где-то здесь спрыгнет. Так, сразу гранатку. Давай, 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 Тёмыч! Жахайся. Давай еще одну. Все, хорош. Бежим, 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 бежим. Да умри ты уже. Фу, и второго осилил. Отлично. Жестко то, что вообще это все проходило без сохранений. Так-то жёстенькие ребята. Кто там опять шебуршит? Короче, третьего я, если честно, не осилю, наверное. Ну как не осилю? Я могу зафейлить. Хотелось бы, конечно, чтобы сохранение это все-таки было. Так. Это вообще открывается, нет? Не, нифига не открывается. Так, ребят, патрончики, патрончики мне. Побольше патрончиков. Так, это тоже. Я вообще шугаюсь на любой шорох, потому что я не хочу еще раз повстречать такого же увольня. Текс. Что это было? Ладно, что бы это ни было. Я так понял, у нас типа сам закрыл, что ли, ли? Ну и пофиг. Главное, сохранение прошло, сейчас можно... Уже как-то полегче. Так. Опять ты, да что ты такое-то? Готов, голубчик. Тёма, ширяйся. Так, одного уработали. Но у меня, по-моему, гранатки закончились. Да, у меня такие гранатки. А что это за... Это ослепляющая, наверное, какая-то гранатина. Так, мне что-то не очень прикалывает, что у нас закончились гранаты, потому что еще такая встреча, и это будет печально для меня. А, типа, нельзя, да, пробить так? Окей. Туда или туда? Так, фильтр заменю. Так, в какую сторону идти? Давай, Тёма, доставай свою эту планшетку. Налево. Значит, пойдем направо. Текс. Че, это все? А гранат так и не дал. Окей.
Я бы от сохранения не отказался. Игра, это был тонкий намек. Так. Что-то так все разломано. Я по-любому так чувствую, что он опять здесь вылезет. Да ладно. Да Тёма, нож ему в руку всади и все. Ты падла. Опа, 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 опа. У меня такое чувство, что он оттуда вылезет. Так, Тёма, давай-ка вот эту гранатку. Я, правда, не знаю, что это. А чем она отличается? Может, она как-то монстров приманивает, не знаю. Да ладно. Ты пошел за мной? Короче, не пошел он за мной. Так, 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 так. Тут нельзя. Куда ты пошел-то, чувак? А ты здесь пройдешь, да? Уже где-то здесь. О, так сохранение. Вот сейчас можно подраться. Так, лайфхак не удастся. Где ты, где ты? Ага, хорош. Так. Давай, залазь. Хорош. Тёма, жахайся. Такс. Где там мой дробовичок? Так, на-ка тебе огненные гранатки. Норм. Так, мне, надеюсь, надо лучше вниз не сползать, да? Тёмка, 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 Тёмка. Живи, живи, живи. Еще один, что ли? Да ладно. Да ладно, вы чё шутите, ребят? Сколько их тут? Да не вообще какие-то резкие и дерзкие. Так. А сохранение будет? Или не будет? Блин. Так, держи-ка гранатку. Да пусти! Тёмка, жахайся. И перезаряжайся. Так, еще раз гранатку такую. Гори. Мелок. Так, надо ему туда эту гранатку зашвырнуть. Хе-хе! Еще минус один. Так, я хочу сохранение, честное слово. Я уже двоих уработал на одном сохранении. Я еще не хочу повторения этого всего. Тан-тан. Так, походу надо фильтр менять. Чуть Тёмыч у нас тяжело задышал. Так. Я здесь был или нет? Походу нет. И что-то такая опять открытая обстановка, что... Что опять может этот библиотекарь вылезти?
Весело. Текс. Не, ну я не уверен, что мне надо вниз. Скорее мне надо... О! Вот это я упал. Или что это такое? Так и должно быть. О, они еще типа друг с другом воюют. Давай, улетай, демон, вместе с ним. Ха-ха-э, спасся. Не пришлось его долбить. Блин, вот сильные эти заразы, конечно. Кто это? Блин, так они еще и тут есть. Да это ж вообще какая-то печаль, беда. Тёмыч. Я правда не знаю. Блин, уполз. Я правда не знаю. Ножик. Есть смысл вообще в такого зверька кидать? По идее, это для него должна быть слону дробина. Кто тут уполз-то? Кто уполз? О, так его вообще, наверное, походу стрелять и не надо было. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Что ж, ребят, давайте на этом остановимся. С вами все это время был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, общайтесь. Мне будет приятно услышать и прочитать, соответственно, ваши отзывы. Всем хорошего настроения, позитива, удачи и до скорых встреч.